В рамках национального проекта «Образование в регионах на базе школ», расположенных в сельской местности и малых городах, создаются центры образования «Точка роста». В 2019 году в 50 субъектах Российской Федерации создано 2049 точек роста, а к 2024 году появится 16 тысяч таких центров. Национальный проект образования позволит построить новые и модернизировать существующие сельские школы. В них в этом учебном году уже появились кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещения для проектной деятельности. Предметы технология, информатика и основы безопасности жизнедеятельности школьники будут изучать, используя современное оборудование. А после уроков можно пойти на занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профиля, научиться играть в шахматы или создавать свой собственный медиапродукт. Работа в команде, проектная деятельность, развитие творческого потенциала, участие в соревнованиях и всероссийских фестивалях позволит сформировать новые компетенции. У взрослых тоже есть возможность освоить цифровые технологии или заняться творчеством. Центр «Точка роста» позволяет обучаться вместе с детьми, проводить мастер-классы, делиться своими знаниями. Доступность качественного образования детям из самых удаленных уголков страны и развитие школ на селе – основные задачи центров «Точка роста». Летом этого года учителя сельских школ осваивали современные технологии обучения и воспитания на базе детских технопарков «Кванториум». Более 2500 педагогов прошли переподготовку во время 46 образовательных сессий в 21 субъекте Российской Федерации. 11 тысяч сельских педагогов в онлайн-режиме изучили гибкие компетенции, soft skills, проектное управление, методы генерации идей. Первые итоги реализации проекта впечатляют, но впереди новые точки роста и новые победы. Добрый день, уважаемые коллеги, участники, гости Международного салона образования. Позвольте на правах модератора приветствовать вас от имени Фонда новых форм развития образования, ведомственного проектного офиса национального проекта образования. Как федеральный оператор, Фонд новых форм развития образования обеспечивает организационное, методическое, информационное сопровождение реализации мероприятий по созданию и функционированию в наших субъектах Российской Федерации Центров образования цифрового гуманитарного профиля и точка роста, ролик которой вы сейчас увидели в начале нашего эфира. Сегодня поистине для нас, для всех, очень значимое событие. Впервые в рамках Московского международного салона образования мы поговорим о наших сельских школах. Мы постараемся подвести первые итоги национального проекта образования, поскольку завершается учебный год, и нам есть сегодня чем гордиться. Конечно же, мы поговорим о тех сложностях, вызовах, с которыми столкнулись наши педагоги. Безусловно, отметим наши лучшие практики и познакомимся сегодня с практиками регионального управления, методического сопровождения. И я с удовольствием представляю вашему вниманию спикеров нашей площадки. Это министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Иванович Бетов. Юрий Иванович, добрый день, здравствуйте. Добрый день, я готов вас приветствовать. Взаимно, очень рады видеть вас. Это Константин Валерьевич Шевченко, директор Дворца молодежи города Екатеринбург. Константин Валерьевич, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. 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 Добрый день. Сегодня у нас в наших рядах уникальный спикер. Это руководитель центра «Точка роста» села Ягодное Ставропольского района Самарской области. Он же победитель конкурса «Учитель года России 2014» Алексей Иванович Поломкин. Передаем привет Самару. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Иванович, добрый день. Да, добрый день. Уважаемые коллеги, прежде чем мы с вами начнем нашу дискуссию, то хотелось бы, конечно же, остановиться на некоторых основных ключевых результатах, которые были достигнуты всеми участниками нашего проекта в течение этого календарного года. Вы знаете, что перед системой образование поставлена стратегическая задача к 2024 году войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.
И, безусловно, в этой связи нам предстоит сверять часы ежегодно, прирастать новыми нашими образовательными организациями. Серьезно стоят задачи и в области воспитания. Поэтому, конечно же, сегодня национальный проект нас всех объединяет, вдохновляет и заставляет трудиться на благо наших детей. Позвольте, пожалуйста, несколько слайдов, как федеральный оператор, познакомить вас с некоторыми ключевыми результатами и цифрами, которыми мы с вами завершаем этот учебный год. Итак, безусловно, национальный проект образования предполагает масштабную модернизацию сельских школ, начиная от строительства новых до обновления учебного оборудования и средств обучения, создания современной, той самой комфортной среды, в которых обучаются, может быть, многие дети столичных школ, лицеев, гимназиев. Но вот такие новые условия нам предстоит создать и в наших сельских школах. Стоит важнейшая задача обеспечить доступность детей к качественному образованию. Детям из самых удаленных уголков нашей страны, с тем, чтобы они тоже владели всеми современными технологиями и имели равный доступ к качественному образованию. Безусловно, все это повлияет на устойчивое развитие сельских территорий. Все это позволит сохранить социальное значение школы на сельской территории. Особенность 2019 года было то, что именно мы реализовывали этот проект исключительно в сельских школах. И с 2020 года у нас попадает под проект еще и образовательные организации малых городов, то есть с населением до 50 тысяч человек. Как говорится, любая реформа имеет свой результат, если она затрагивает в первую очередь провинцию. Поэтому, конечно, в рамках национального проекта образования, в рамках федерального проекта «Современная школа» это самая масштабная сущность. 16 тысяч общеобразовательных организаций к 2024 году будут входить в ту самую федеральную сеть. Сегодня мы создаем региональные сети. И вы видите на слайде, что, конечно же, впервые такие значительные средства направлены из федерального бюджета на обновление материально-технической базы для создания наших обучающихся, для развития современных гуманитарных технологических навыков. В среднем до 2024 года ежегодно более 3 миллиардов федерального бюджета на обновление учебного оборудования. Уже осенью 2020 года нам с вами предстоит открыть еще 2951 центр образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста». 32 новых субъекта Российской Федерации впервые будут создавать такие центры в этом учебном году, и общая сеть будет включать уже 5000 общеобразовательных организаций. Конечно, это очень большая сеть, и здесь очень важно сегодня нам послушать регионы, их наработки, их практики, с тем, чтобы можно было избежать тех рисков, через которые проходили школы прошлого года. Я позволю себе напомнить, что в основу национального проекта образования заложено комплексное развитие системы образования Российской Федерации по тем самым модельным, коробочным решениям. И, конечно, стоит ключевая задача – это обновление содержания, методов, технологий обучения. Невозможно обновление содержания без обновления самого учителя, с тем, чтобы мотивировать его к качественным знаниям, повышаться к своему личностному, профессиональному росту. Ну и, конечно, обновление самой инфраструктуры для того, чтобы нам добиться качественных результатов. Что удалось в этом году нам вместе с вами сделать? Во-первых, хочется отметить, что тот самый нормативно-правовой контур сегодня задан Министерством просвещения Российской Федерации. Мы в течение прошлого года Министерство просвещения Российской Федерации разработало ряд ключевых нормативных документов. Это и методические рекомендации по созданию и функционированию точек роста. Вы видите на слайде название документов. Это и целевая модель наставничества, это и методические рекомендации по реализации основных и дополнительных учебных программ в сетевой форме. Все это позволяет нам сегодня иметь ту самую нормативную рамку, в рамках которой мы и строим сегодня образовательный процесс, направленный в первую очередь на личностное развитие наших детей. Конечно, ключевыми направлениями образовательными для наших детей в Центре точки роста, как это было очень хорошо показано в видеоролике, является в первую очередь акцент на реализации основной общеобразовательной программы по предметам технологии, информатика, основы безопасности жизнедеятельности,
не менее важное значение мы придаем развитию программам дополнительного образования, цифрового профиля, технического, технологического, гуманитарного. Я думаю, что сегодня наши спикеры подробно расскажут об этих направлениях, расскажут, как дети учатся работать в команде, создавать уже сегодня, сейчас проекты. Я честно признаюсь, человек, который очень много пользуется социальными сетями, я на много точек роста сегодня подписана, смотрю, как дети вместе с учителями делятся своими наработками. Уже сегодня конкретные интересные проекты, продукты они готовы презентовать, которые имеют не только значение, но можно, собственно говоря, использовать их в различных отраслях. Это и программирование, это создание каких-то уникальных проектов. Но сегодня Алексей Иванович на этом очень подробно остановится, я поэтому не буду занимать его время. Что важно? Важно, вот вы видите на слайде, что сегодня тот самый стандарт задан во всех наших центрах точки роста, и пришла такая современная образовательная инфраструктура. Это комфортные условия. В школах появились учебные кабинеты цифровых технологий, помещения для проектной деятельности. Появилось то самое высокотехнологичное оборудование, которое до этого не было в наших сельских школах. И все это, конечно же, безусловно, должно обязательно сказаться на качестве учебного процесса. Что важно? Весь прошлый год, коллеги, прошел под эгидой, конечно же, повышения квалификации наших учителей. В этой связи фонд «Новый форум развития образования» любое свое повышение квалификации начинает в первую очередь с дистанционного курса. Наши федеральные тьюторы разработали уникальный контент, гибкие компетенции в проектной деятельности, направленные на развитие soft skills. И надо сказать, что в прошлом году мы как раз стартовали в апреле месяце, более 11 тысяч педагогов зарегистрировались, начали проходить этот онлайн-курс, осваивать, но, к сожалению, не все успешно сдали итоговое тестирование. Более 300 человек не справились. А это, конечно, сегодня эти учителя, которые не смогли выполнить все задания, даже при сопровождении наших федеральных тьюторов, говорят о том, что, конечно, они не готовы работать с этими технологиями. Уже сегодня и сейчас, 6 апреля, те педагоги, которые у нас будут работать в точках роста с сентября месяца, более 18 тысяч сельских учителей уже приступили к обучению и проходят второй модуль. Надо сказать, что здесь и вебинары, здесь и домашние задания, здесь выстраиваются горизонтальные отношения. Но любой дистанционный курс всегда сопровождается очным обучением. Вы видите итоги этого года. Более 6 тысяч наших учителей прошли очное обучение, осваивали те самые новые методы и технологии работы с детьми по нашим образовательным программам, которые были разработаны фондом «Новый форум развития образования». Большое подспорье – это, конечно же, детские технопарки «Кванториум». Именно на базе 23 детских технопарков «Кванториум» проходило повышение квалификации учителей и технологий, и информатики. Учителя основ безопасной деятельности обучались в 13 территориальных центрах МЧС Российской Федерации. И сегодня Алексей Иванович Фоломкин нам расскажет, как человек, который прошел это все изнутри, начиная с онлайн-курса, заканчивая и курсами для учителей технологий и информатики, чему же новому, собственно говоря, он как учитель научился. Что удалось вместе с детьми в рамках учебного года уже реализовать на практике? Какие модули пользуются наибольшей популярностью у детей? Ну и очень краткий результат этого года. Вы видите, что через наши центры роста прошло более полумиллиона учащихся сельских школ. И это, безусловно, достаточно большой показатель. Однако, я думаю, что все мы сегодня в первую очередь задаем себе вопрос о качестве, как в конечном итоге наши центры точки роста, созданные в наших сельских школах, влияют на успешность наших учеников, на то, чтобы они успешно осваивали не только эти три предмета, но и стремились к тому, чтобы повысить свою успеваемость и знания, приобрести и, конечно же, компетенции определенные, в первую очередь работать в команде, создавать проекты, быть творческими, креативными личностями. Поэтому я с удовольствием сегодня наслушать вся Российской Федерации, все те 81 субъект, в которых мы создаем наши центры, и очень интересуюсь
интересует, конечно же, сегодня коллег региональный опыт, регионального сопровождения, региональных управленческих решений, вот тех экосистем, которые сегодня создаются в рамках нацпроекта образования. Я с удовольствием предоставляю слово министру образования и молодежной политики Свердловской области Юрию Ивановичу, как региону промышленному, уральскому, где мне тоже удалось в прошлом году побывать в рамках конференции, побывать в этих сельских школах, увидеть вдохновленных учителей, увидеть современную комфортную среду, которую могли создать в школах. И, конечно же, нам бы очень хотелось, чтобы опыт Свердловской области сегодня был услышан, чтобы он был взят на заметку и тиражировался в тех регионах, в которых предстоит только еще сущности. Юрий Иванович, пожалуйста, вам слово. Расскажите нам вот о том векторе развития сельских школ, который вы задали в 2019 году у себя в Свердловской области. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, Лариса Олеговна. Да, вектор трансформации образовательных направлений задан был губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвышевым еще в 2012 году, когда, как вы сказали правильно, для крупного промышленного региона у нас сегодня был недостаток в рабочих кадрах и инженерных кадрах именно для экономики региона. И было это принято решение губернатором Свердловской области о разработке комплексной программы, именно комплексной, где задействованы вся система образования от детских садов до высших учебных заведений региона. Называется эта программа «Уральская инженерная школа». В рамках данного проекта и комплексной программы как раз и мы выявили те проблемы, которые были в региональной системе образования. Проанализировали, и мы увидели, где необходима поддержка, помощь, в каких муниципалитетах, в каких школах, где сегодня должны быть реализованы в первую очередь такие так называемые точки роста. Просто для примера могу сказать, что в таком крупнейшем регионе, как Свердловская область, в 2010 году было всего лишь 6 станций юных техников. Это система дополнительного образования, которая должна была дополнять систему общего образования, не позволяла нашим школьникам выйти за орбиту тех желаний, интересов, которые у ребят всегда проявляются в этом возрасте с учетом их природосообразности. Поэтому реализация проекта, национального проекта образования для нас это дальнейший этап реализации, очень важный и нужный этап реализации нашего главного основного проекта «Уральская инженерная школа». И мы очень благодарны, что данный проект вышел в нужное для нас время, потому что, как я уже говорил, что 6 станций юных техников, а сегодня на территории Свердловской области таких станций юных техников, я даже не говорю о пантериумах, обычных станций юных более 60. То есть мы восстановили тот постсоветский период, когда система образования имела мощный потенциал поддержки детей, сориентированных именно на реализацию своих творческих способностей. Поэтому в рамках мы активно включились в масштабную работу 2019 года, и он для нас таким был новым стартовым годом для реализации национального проекта образования. В рамках нашего круглого стола «Модернизация сельских школ. Новые возможности и эффекты первого года реализации» я бы хотел представить, что же нам все-таки удалось сделать в этой части. Вот на слайде мы отразили общую картину реализации национального проекта образования в Свердловской области. В 2019 году из федерального бюджета на региональные проекты было привлечено более 700 миллионов рублей. В 2020 году мы планируем порядка чуть больше 800, также из федерального бюджета. Мы выделяем этому очень серьезное внимание. Почему? Потому что, когда идем на конкурсные проекты для участия в нацпроектах образования во всех остальных региональных, то в первую очередь должна быть поддержка правительства Свердловской области. И так как я уже говорил, что для нас комплексная программа «Уральская инженерная школа» является неким таким мотивирующим фактом,
то все наши коллеги, мои коллеги-министры, это Министерство промышленности, агропромышленного комплекса, Министерство финансов, они все заинтересованы в том, что в Свердловской области данный проект, в том числе проект, национальный проект образования, был реализован в необходимом и качественном уровне. Поэтому в 2019 году из областного бюджета также было выделено порядка 300 миллионов рублей, а в 2020 году у нас порядка даже больше миллиарда. Мы понимаем, что эти все проекты в совокупности направлены на повышение качества образования, и что это является одной из целей национального проекта образования. Мы выстраиваем всю систему национальных проектов, все направления, все мероприятия, все дорожные карты реализации национальных проектов до 2024 года в единую структуру, в единую систему, дополняющую каждый из этих национальных проектов один другой. Поэтому в этом и есть сегодня вот важность, когда обсуждаем реализацию, пусть даже это будет учитель будущего, молодые профессионалы, они не могут сегодня быть самостоятельны или там отдельны от тех национальных проектов, которые реализуются на территории Свердловской области. Я хотел бы также остановиться на эффектах реализации проектов для для возможности получения качественного образования именно в сельских школах и малых городах. В Свердловской области более 400 таких школ, которые находятся в сельской местности и в малых городах. Это и хорошо, ну и плохо, но с другой стороны и немного, и немало. Считая, что более 1000 школ в целом, и при этом вот более 400 школ, которые нуждаются в адресной, именно в адресной системной поддержке. Нам удалось модернизировать условия для занятия спортом, физической культурой. Практически в 50% сельских школ. Здесь модернизированы спортивные залы, спортивные площадки. А значимость центров цифрового и гуманитарного профиля, точка роста, нам действительно нельзя переоценить для развития детей сельской местности, малых городов, тех новых образовательных компетенций в области конструирования, программирования цифровых технологий. Это стало возможным благодаря обновлению материально-технической базы в рамках реализации мероприятий по созданию центров точки роста. Для сельских школ это самый такой масштабный проект. На слайде вы видите картины настоящего и будущего создания центров точки роста и объема финансирования. Так, в рамках федерального проекта «Современная школа» за период с 2019 по 2024 год в Свердловской области планируется создать 414 центров точек роста. Это позволит обновить не только материально-техническую базу, но и содержание обучения по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ. В 68% школ от общего количества школ сельской местности, поселках городского типа и малых городах нашей области это будет организовано и обеспечено. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому сегодня и управленческая команда, и педагоги, и руководители образовательных организаций, главы муниципальных образований заинтересованы в этом и ждут, только ждут той необходимой методической, организационной, финансовой поддержки. На сегодняшний день в регионе мы создали 57 центров точек роста, и к 1 сентября 2020 года планируется открыть еще таких 42 центра. Для создания современной инфраструктуры центров и организации в них эффективной учебной работы в Свердловской области ежегодно выделяются дополнительные финансовые средства из регионального бюджета, и также привлекаются средства местных бюджетов, и что очень интересно и примечательно, привлекаются финансовые средства предприятий, организаций, которые находятся на территории малых городов и сельской местности. Так, например, на один центр точки роста сверхфинансирование в рамках соглашения с Минпросвещением России в 2019 году предусматривалось около 2 миллионов рублей, а в 2020 году запланировано уже 4 миллиона. Дополнительное финансирование позволяет нам оснастить точки роста как учебной мебелью, дополнительным интерактивным презентационным роботизированным оборудованием,
комплектами для видеоконференц-связи. Это очень важно сегодня в условиях дистанционной работы. Широкий спектр дополнительных общеобразовательных программ позволяет реализовать в этих условиях. А также открываются возможности детям из сельских школ, как правило, удаленных от 100 до 300 километров от областного центра, участвовать в олимпиадах, областных мероприятиях, проводимых на базе кванториумов и IT-кубов. Все центры, точки роста Свердловской области – это высокотехнологичные образовательные площадки, оформленные в соответствии с тем фирменным стилем, контрастно не отличается от привычных школьных интерьеров. Это что очень так хорошо смотрится в условиях сельской местности и привлекает интерес всех жителей соседних территорий, сел. И у всех возникает желание иметь такие центры, как созданные уже точки роста. Дизайн проекта точек роста в Свердловской области разрабатывались дизайнерами, архитекторами и потом предлагались на выбор руководителям школ. То высокотехнологичное оборудование в точках роста позволяет не только реализовать потребности федерального стандарта в учебной деятельности, но и на качественном новом уровне организовать дополнительное образование детей и их родителей наравне с возможностями крупных городов. Важно отметить, что в рамках проекта особое внимание мы уделяли системе повышения квалификации педагогических работников, которая является одним из основных ресурсов профессионального развития кадров. Все педагоги, работающие в центрах точки роста, прошли дистанционное обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности», а педагоги технологии, информатики и ОБЖ еще и очное обучение, позволяющее отрабатывать полученные навыки на практике. Следующий слайд. Вы видите, здесь отражены первые результаты центров точка роста. На сегодняшний день в функционирующих центрах обучается по основным и дополнительным общеобразовательным программам более 16 тысяч школьников. И к концу 2020 года, с учетом создания новых центров, образовательными программами центров будет охвачено уже более 45 тысяч школьников. Это, уважаемые коллеги, 58% от общего количества обучающихся в сельских школах. Важно отметить, что каждый центр, точка роста, взаимодействует как минимум с одной ближайшей школой, а значит, ресурсы центров с максимальной пользой используются и для обучения детей тех школ, в которых создание точек роста еще только планируется. Образовательный процесс там построен таким образом, что в первой половине дня ведутся уроки технологий, информатики, ОБЖ, и помимо использования новых форм и методов обучения, структуру образовательных программ этих предметов постепенно интегрируется кейс-метод. Во второй половине дня в центрах реализуются программы внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной деятельности, социокультурные мероприятия. Хочу отметить, особый интерес сегодня у наших школьников вызывает шахматное образование. Мы понимаем, что это логика, это то, что сегодня очень важно для обучения навыкам математическим. Уральский экономический университет в Свердловской области, в Екатеринбурге, сегодня создали специальную кафедру. Заведующий кафедрой является Анатолий Карпов, который приезжает сюда и проводит сам сеансы и методическую подготовку педагогов, которые занимаются вопросами шахматного образования. В среднем в каждой точке роста нашей области реализуется не менее 10 дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности. Наибольший интерес у школьников вызывают такие программы, как инженерное 3D-моделирование, промышленный дизайн, IT-технологии, вебинар-технологии, беспилотные летательные аппараты, шахматы, цифровая фотография, медиа-студия. Статистика по 2019 году показала,
активное участие ребят, занимающихся в центрах, в точке роста и в олимпиадном движении. Вот, к примеру, в заключении. Да. Игорь Иванович, я вас прошу прощения, да, у вас очень объемный, конечно, результат этого года, у нас есть еще три спикера, я боюсь, что мы не успеем, может быть, мы, вот вы как-то сейчас резюмируете, чтобы мы успели еще и вашу экосистему обсудить, которая сложилась у вас в Свердловской области, и обязательно передать слово нашей Самаре. Хорошо, я единственное хочу сказать, что для того, чтобы полноценно увидеть и увидеть опыт работы Свердловской области, надо приехать. Мы вас ждем в гости. Спасибо большое. Мы рекомендуем всем нашим регионам обязательно побывать в Свердловской области. Сейчас очень важно развивать те самые горизонтальные отношения. Я со всей уверенностью могу сказать, что Свердловская область может как раз осуществлять то самое наставничество для управленческих команд. Потому что я была, и я знаю, что там очень высокие профессионалы. Огромное вам спасибо. Если время на эти дискуссии, мы обязательно еще продолжим. Но, коль я уже затронула, давайте до конца дослушаем наш регион. Константин Валерьевич, очень, пожалуйста, тезисно, быстро расскажите нам вот о той экосистеме, которая сложилась в Свердловской области, как у вас учреждение дополнительного образования детей сегодня сопровождают точки роста, потому что на базе вашего детского технопарка «Кванториум» мы и обучение учителей проводили. Пожалуйста, вам слово. Очень быстро в дополнение. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Да. Добрый день, друзья, уважаемые коллеги. Ну, Юрий Иванович начал уже говорить немножко, я бы тоже хотел продолжить и начать с некого экскурса в историю того, как складывалась система дополнительного образования в Свердловской области 10 лет назад. Значит, ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что в 2011 году мы начали развивать сеть базовых площадок Дворца молодежи и на территории Свердловской области, и тем самым, по сути говоря, оснащали их современным оборудованием, и происходило вложение в развитие технического творчества детей в отдаленных территориях. В 2015 году мы, как сказал уже Юрий Иванович, была принята программа «Уральская инженерная школа», которая, ну, по сути говоря, дала такой новый импульс развития этой системы, и на этом этапе мы начали выстраивать отношения с нашими промышленниками, с нашими промышленными партнерами, и это позволило нам, прежде всего, привлечь в систему образования, в систему дополнительного образования именно людей из производства, для того, чтобы они начали там преподавать, и при этом происходило следующее, и происходит, что эти промышленники, которые выступают в качестве педагогов, они ставят задачи детям, и вместе с ними их решают, и эти задачи носят прикладной характер. Следующим импульсом к развитию вот региональной модели послужил, конечно же, национальный проект образования. Дворец молодежи в 2018 году стал региональным оператором технопарков «Кванториум», IT-кубов, и в нашей структуре появился региональный модельный центр. И таким образом, к открытию в Свердловской области точек роста в 2019 году у нас было уже 85 базовых площадок, 2 кванториума, 1 IT-куб и региональный модельный центр. Между этими структурами было выстроено плотное профессиональное взаимодействие. Далее, собственно говоря, мы понимаем, что вот такая крупная система у нас произошла, плюс точки роста, количество уже говорил Юрий Иванович. Собственно говоря, перед менеджментом стал вопрос, каким образом можно эффективно управлять этой системой. И учитывая вот продуктивные горизонтальные связи, которые сложились между структурами, мы выбрали экосистемный принцип управления, который характеризуется многообразием не связанных между собой формально структур, которые взаимодействуют друг с другом, которые проникают друг в друга. Кроме этого, это формирование сообществ педагогов, родителей, партнеров, которые активно развивают свои территории, которым не безразлично, как
происходит развитие жизни и образования в территориях. И тут можно приводить несколько примеров. Я бы хотел остановиться на одном. У нас есть компания СКБ «Контур», которая является нашим стратегическим партнером в создании IT-куба. Они предложили нам сформировать сообщество педагогов. Эта компания очень известная сегодня не только на территории Свердловской области Российской Федерации, далеко за ее пределами. Я думаю, многие из вас ее знают. Они создают софт, уникальный софт. Они предложили расширять кругозор учителям информатики, педагогам информатики, которые сегодня, прежде всего, которые находятся за пределами Екатеринбурга, которые находятся в отдаленных территориях. Этот проект мы активно подхватили и сегодня его прорабатываем и абсолютно в различных форматах будем предлагать. Кроме этого, мы стали замечать, что начали формироваться сообщества наших промышленных партнеров, которые сегодня создают и кванториумы, и эти кубы. Они начинают уже между собой общаться уже не по основаниям там каких-то бизнес-процессов, а именно по основаниям образования. Вот. Ну и кроме того, Дворец молодежи получает статус федеральной инновационной площадки с проектом «Экосистемный подход в развитии дополнительного образования Свердловской области на 2019-2024 год. Теперь несколько слов о команде наставников. Как уже было сказано, что это команда наставников из кванториумов и IT-куба. Они успешно разработали и апробировали программу повышение квалификации, как вы уже говорили, Лариса Олеговна, педагогов точек роста. И самое главное, что это повышение квалификации не похоже на традиционное, которое, ну вот, принято, наверное, в образовании. Во-первых, потому что эта команда очень молодая. Эта команда пришла к нам по конкурсному отбору. Они вчерашние студенты, и они сегодня говорят на одном языке с детьми. Мало того, они являются полноправными, они являются полноправными членами команды и вместе с детьми. И, конечно же, очень важно, что все они прошли организованное фондом новых форм развития образования обучение по таким направлениям, как проектная деятельность, конечно, прежде всего, которая лежит в основе, и теории решения изобретательских задач. И именно по такому же принципу они проводят повышение квалификации сегодня с педагогами точек роста. За время сессии педагогов точки роста, педагоги точек роста должны создать программу либо проект, которая по окончании очной сессии, независимо от того, онлайн или офлайн проходит, они должны эту программу апробировать на местах, и в этом процессе у них возникают вопросы, когда начинается апробация программы или проекта, возникают вопросы, которые они сегодня задают наставникам и получают на них ответы. Тем самым процесс повышения квалификации, он, по сути говоря, происходит без остановки. Они, конечно, обмениваются опытом друг с другом. И самое главное, что при этом вот возникают новые горизонтальные связи, и таким образом продолжается процесс повышения квалификации, ну, практически нон-стоп. Кроме того, уже сегодня мы замечаем, что многие учителя точек роста начинают испытывать потребность в профессиональном общении. Может быть, это общение бывает неформальным, и они это делают, они создают группы в социальных сетях и обмениваются между собой. Кроме того, туда включены педагоги с наших базовых площадок. Это часто бывает, что совпадение в одной территории, и происходит вот такое общение. Кроме этого, конечно, в эти сообщества привлекаются активные родители, как я уже сказал, активные промышленные предприятия, партнеры, которым сегодня действительно не безразлична жизнь в своей территории, в отдаленной территории. И именно вот по этим основаниям, именно эти вот горизонтальные связи, собственно говоря, они лежат в основе экосистемного подхода. Вот, то есть это говорит о том, что вот. Да. Спасибо, да, у меня все, я в завершении. Да.
Давайте ваш заключительный тезис, потому что тоже хочу вас поблагодарить, потому что действительно город Екатеринбург летом 2019 года принимал огромное количество сессий учителей технологий, информатики, межрегиональных, и самое важное, что вы не бросаете не только своих учителей, а продолжаете вот эту систему наставничества, сопровождения еще и учителей из Курганской области, из близлежащих регионов. Поэтому огромное вам за это спасибо, надеюсь, что мы еще с вами поработаем. В этой связи мне бы очень хотелось передать слово Алексею Ивановичу Фоломкину. Он является и учителем технологии, и информатики, и руководителем Центра точки роста. Мы как раз хотели поговорить с вами о тех новациях, которые вы получили в результате образовательных программ и смогли на практике с детьми. Алексей Иванович, пожалуйста, расскажите вот о этой траектории развития учителя сельской школы в рамках национального проекта образования. Вам слово. Да, спасибо. Добрый день, коллеги. Все мы знаем с вами, что одной из основных целей национального проекта образования является обновление содержания технологий и методов обучения. Но это невозможно без современного оборудования и, соответственно, без эффективных программ повышения квалификации педагогов. Для того, чтобы центр работал, нужно огромное желание у учителей, у коллег поменять себе что-то. Соответственно, с этим я столкнулся на обучении. Коллеги, которые предстояло работать с точки роста, не понимали, зачем это нужно и как все это запомнилось. Но сейчас я уже могу точно с уверенностью сказать, что все, чему нас учили, на 100% пригодилось и в практике. Зачастую в сельских школах предметы ведутся одним и тем же учителем. Вот как я в своей школе веду технологию, информатику и являюсь руководителем центра точка роста. И в связи с этим прошел все этапы обучения, о которых сейчас попробую вам рассказать. Базой данных для всех учителей, стало обучение дистанционное, разработанное на федеральном уровне по освоению гибких компетенций. Это как раз так называемые навыки будущего, которые сегодня необходимо развивать абсолютно всем, но особенно детям, с которыми и для которых мы с вами работаем. Программа направлена на повышение компетенций педагогов образовательных организаций за счет освоения их технологий проектной работы с детьми, за счет изучения новых методик, групповых форм обучения и так далее, и так далее. Для организации проектной деятельности мы изучали онлайн-сервис Trello. Он просто в использовании для всей команды и идеально подходит для решения любой задачи. Немаловажно, что этот сервис бесплатный. Для работы нужен только интернет, телефон, либо мобильное устройство. Очень удобно отслеживать на любом этапе выполнения проекта, и каждую задачу можно прикрепить детей, которые, в принципе, могут и параллельно работать в нескольких проектах. Сам дистанционный курс ориентирован на учителей информатики, технологий и ОБЖ. В рамках изучения образовательных модулей раскрывается движение современных и традиционных методов. Это ключевое отличие между кейсами и проектами, это отличие между инженерными и образовательными проектами. И самое главное, большое внимание уделяется анализу детских проектов. Следующий этап обучения – это первая сессия очная, которая была на базе технопарка «Кванториум». На этапе формирования можно было выбрать город обучения, я выбрал набережные Челны. Очень хорошо, что были сборные команды из разных регионов, и это позволило пополнить свою базу знаний, используя опыт коллег. Мы познакомились с виртуальной дополненной с лишней реальностью, изучали 3D-моделирование, изучали настройку виртуальных шлемов, учили снимать видео 360 градусов и создавали свои приложения с помощью дополненной реальности. Курс «Беспилотные летательные аппараты» был настроен на то, что мы учились основам языка программирования Python, познакомились с двумя типами квадрокоптеров. Один из них – это компания DJI RiseTello, еще его называют «умный квадрокоптер» за возможность визуального программирования на Scratch'е. Ну и, конечно, более продвинутый – это DJI Air с 4K-камерой для съемки профессиональных роликов для школы. Обучение строится на изучении кейс-технологий по всем направлениям. Изучив все модули, нам было предложено создать свой кейс и самим же найти его решение защиты. Проблема, которую мы взяли за основу – это частая поломка рамы квадрокоптера при падении, ну и ее цена, конечно. Об этом нам рассказали на обучении. Наша группа изучила все популярные квадрокоптеры, которые были у нас. После этого мы выбрали материал, из которого можно сделать раму, создали 3D-модель и распечатали потом на лазерном гравировальном станке.
естественно, провели все испытания и с успехом защитили свой проект. Следующая образовательная сессия – это было обучение в Нижнекамске для учителей информатики. Это тоже двухэтапное обучение, дистанционное через ряд вебинаров и решение задач на онлайн-платформах. Полагаю, что задание можно было сделать более практикоориентированным, оборудование в точке роста. Мы рекомендовали тьюторам пересмотреть немножко программу, взяв за основу обучение в Панториумах. Сам по себе курс обучения стал неоценимым для работы с учащимися вот в период дистанционного обучения. Коллеги нам подарили полностью разработанный курс для обучения детей скретчу. Первое, что я сделал, вернувшись в школу после обучения, взял за основу проведение ежемесячных отчетов на педагогических советах, на методических объединениях, выступления окружных семинаров практикумов. Ну и, конечно, это проведение педагогических мастер-классов как для учителей, так и для коллег, и в том числе родителей, о которых вас рассказываю постоянно, о использовании цифровых технологий на уроках и урочной, и урочной деятельности. Ведь это точка роста – это не центр для учителей информатики и технологий уже, это ресурс для всех. Кстати, вся работа центра включена на сайтах школ. Использование изученных онлайн-сервисов в условиях пандемии позволяет детям использовать и создавать онлайн 3D-модели, изучать программирование, нейронные сети и многое другое. У нас информатика изучается с третьего класса в рамках неурочной деятельности. И дети уже знают, что такое перейти по ссылке, как открыть документ или как поставить приложение в телефон. Я всегда говорю, что мы часто не замечаем того, что лежит на поверхности. Например, возьмем приложение Quivr. Позволяет создавать рассказки с дополненной реальностью. С помощью этого приложения можно провести интересные дистанционные уроки по рисованию, по ИЗО в начальной школе. Учитель рассылает детям страницы раскраски, они их раскрашивают, после этого устанавливают на свои телефоны приложения, и картинки оживают у них на глазах, причем они становятся интерактивными, и с ними можно даже поиграть. Отдельно я хотел бы выделить такое направление, как фотограмметрия. Если своими словами, то это 3D-сканер, который позволяет из обычной фотографии получать и строить трехмерную модель. Фотографии можно делать как на телефон, так и на фотоаппарат, и можно на квадрокоптер. Все зависит от цели, для чего мы это делаем. Для создания этих моделей в точку роста пришло специальное программное обеспечение и очень мощный компьютер для работы с этим. Например, на слайде видно, ученики 7 класса создали карту местности с нанесением ключевых точек с привязкой к реальной карте. После этого обозначили ключевые точки. Квадрокоптер в автоматическом режиме отправился для получения фотографий. Вернулся. Дети обработали эти фотографии и на основе фотографий создали 3D-модель. С помощью этих... Эту модель, кстати, можно распечатать сразу для 3D-принтера. Дети это умеют, ну, если это целесообразно. После этого дети, ну, так как у нас началось сейчас дистанционное обучение, я хочу сказать, что дети проделали огромную работу и подготовили базу, и даже сейчас мы уже можем обрабатывать и собирать материалы, в том числе проводить защиту своей работы из дома. Результатом работы являются проекты наших детей. Это книга памяти села Ягодное, это «Мой дом, мое село». Использование виртуальных шлемов на уроках ИЗО, ОБЖ, биологии, физики и победы на научно-практических конференциях с проектами представлены на слайде. Это все только в этом учебном году. Благодаря вовлечению учителей и учащихся используют современное цифровое оборудование и совершенствуют методы обучения, создана инфраструктура для саморазвития, повышенной мотивации как детей, так и педагогов. Я сейчас предлагаю вам выйти из зоны комфорта, изучить новые технологии вместе с нами и перейти туда, где случаются чудеса. Добро пожаловать в точку роста. Спасибо огромное, Алексей Иванович. Очень интересно увидеть на практике уже реальные результаты ваших детей, вот познакомиться с теми самыми технологиями, которыми сегодня владеют наши учителя. У меня буквально, у нас очень много вопросов в чате. Конечно, проект вызывает большой интерес. Если можно, я буквально два вопроса задам,
чтобы на них ответить. Один такой, именно, наверное, касается в первую очередь вас, Алексей Иванович, поскольку вы являетесь руководителем Центра точки роста. Вы уже затронули эту тему, но не развили ее. Вот задают вопрос в чате. А как работа Центра точки роста отразилась на деятельности других учителей? То есть не считают ли себя учителя информатики, ОБЖ и технологии некими привилегированными, что это только их, соответственно, оборудование, и они работают там? Влияет ли как-то это на других учителей? Каким образом они пользуются инфраструктурой центра? И пользуются ли? Спасибо большое за вопрос. На сегодняшний момент Центр точка роста работает у нас уже 7 месяцев. И я хочу сказать, что на сегодняшний, вот сейчас уже стоит очередь для проведения уроков в этом кабинете. Все, что к этому привело? Значит, в нашей школе это полноценная система для профессиональной подготовки учителей, по знакомству их с цифровыми различными, ну, то есть это повышение, секундочку, значит, как мне лучше. Это повышение цифровой грамотности учителей. Да, также я хочу сказать, что одним учителям было бы трудно разобраться со всем, что мы им даем. На помощь пришли дети, которые сформировали свою такую небольшую команду. Я уже посчитал, что учителя тратят, ну, примерно проводят 3 часа в точках роста, а ученики по 20 часов в месяц. И, соответственно, опыта больше. Вот эти ученики помогают, ищут материал для проведения уроков коллегам, ищут различные сервисы, чтобы учителю было удобнее. А учитель уже сам формирует, в зависимости от полученных знаний, в каком месте урока и где можно это все применить. Хочу привести пример. У нас буквально недавно был урок истории, на котором использовалось сразу все оборудование точки роста. Это и интерактивная доска для создания карты боевых действий, это и подготовка 3D-модели с помощью фотограмметрии. Значит, ребята изучали тему по Сталинграду, защиты Сталинграда, подготовили медаль. И, соответственно, самое главное, это было использование виртуального шлема с возможностью погружения в тот момент, в то событие того времени. И как результат, учитель истории с этой разработкой методической занял первое место на конкурсе «Урок победы». Спасибо большое, Алексей Иванович. Коллеги, вы знаете, у нас стремительно завершается время, и мы вынуждены подводить итоги. Вместе с тем нам поступает очень много вопросов. И знаете, поступил такой, наверное, провокационный вопрос. Может быть, мы оставим его в эфире или оставим для себя подумать. Опрос детей, спрашивает Татьяна Хударова. Опрос детей проводили? Их мнение знаете? Как влияет на них участие в этом проекте? И не получить... Получит результат негативный в виде оттока выпускников из деревни. Вы знаете, то есть сегодня мы говорили, что национальный проект образования ставит задачу в первую очередь обеспечить доступность, повысить общее качество. И сегодня волнует вопрос, что не приведет ли овладение всеми этими цифровыми технологиями к тому, что дети будут стремиться уехать из деревни в город, а, соответственно, будет некому работать и оставаться на селе. Я думаю, что это опасения, возможно, у нас будут вложены, потому что всегда есть естественный процесс. Но, тем не менее, мы видим, что результаты первого года, первого учебного года уже налицо, но мы находимся только в самом начале нашего пути. Что сегодня нужно развивать в первую очередь, это сообщество, обмениваться практиками, опытом, наработками, давать возможность самореализации нашим детям. Точки роста призваны сегодня, конечно же, не только открыть двери для детей, но в том числе и для населения, для родителей. Ведь ничто не так не сближает, как совместное творчество, совместные какие-то дела. Точка роста сегодня – это, конечно же, залог спокойствия наших родителей, поскольку ребенок получает и основное, и дополнительное образование в сельской местности. Думаю, что будем встречаться еще не единожды. Огромное спасибо всем, кто сегодня нас смотрел, кто слушал. Огромное спасибо спикерам. Жалко, что мы не уложились даже в один час, потому что работа была проведена колоссальная, но думаем, что мы будем встречаться еще не единожды. Всех благ, всем здоровья, берегите себя, своих близких и с первым вас опытом работы на онлайн-площадке в рамках международного салона образования. Всего доброго, до свидания, до новых встреч!